Kia Optima приехала к нам сегодня на ремонтные работы. Здесь катализатор начал рассыпаться, и было принято решение совместно с владельцем его удалить, поставить пламегаситель из нержавеющей стали и обманку. Все работы, они были проделаны за 2,5 часа. И очень приятно то, что клиент, который приезжал к нам до этого на тюнинг, выбрал именно нас в качестве организации, которая занимается ремонтом глушителей. Это говорит о большом доверии к нам. Ребята, если вам необходимы ремонтные работы, также можете обратиться в WhatsApp или по телефону. Мы с удовольствием вас проконсультируем и обозначим суммы и сроки. А теперь, ребят, давайте послушаем, как звучит машина на прямоточной системе с заслонками без катализатора. Погнали!